Здесь место самого ожесточенного сражения индейцев с русскими бледнолицами собаками. Там на поляне в память о нем стоит тотемный столб. Воспользовавшись отсутствием Баранова, индейцы напали на русское поселение и перебили всех его жителей. На этой поляне они поставили свой форт. Баранов вернулся, там в заливе у него стоял фрегат «Нева». Но вместо того, чтобы сходу штурмовать форт, как это ожидалось, Баранов устроил его регулярную осаду. И индейцы, незнакомые с такой тактикой, не выдержали напряженного ожидания и бежали. После этого мир. Компания содержит духовную миссию, и индейцы массово принимают православие. Здесь до сих пор крупнейшая церковь русская. Баранов женился на крещенной дочери индейского вождя. Николай Рязанов о Баранове. Имя его громко до Калифорнии. Бостонцы почитают его и уважают, а американцы из самых дальних мест предлагают свою дружбу. Бостонцами тогда называли белых американцев, а американцами – коренных индейцев. Николай Рязанов был начальником первого русского кругосветного плавания и соучредителем российско-американской компании. Прибыв на Аляску, он из Новоархангельска отправляется в Калифорнию договариваться о поставках продовольствия. В Русской Америке свой хлеб не вызревает. Это деловое путешествие туда на корабле «Юнона», потом в Россию на корабле «Авось». Душещипательнейшая история, в Америке известная по роману Этертон «Рязанов», а у нас по спектаклю театра «Линком» «Юнона и Авось». Это адмиралтейство и биржу. Калифорния тогда – колония Испании. Сан-Франциско у Рязанова – роман с дочерью коменданта Концепцией Аргуэльо. В линкомовском спектакле ее называют Кончитой. Там океан, а здесь, закрывая вход из океана в залив, стоял форт испанского коменданта. Здесь, на месте позже построенной крепости, еще более позднего знаменитого моста Голден-Гейт. Здесь, в 1806 году, гостит действительный статский советник Николай Рязанов, по собственному выражению, ежедневно куртизируя испанскую красавицу. Ему 42, ей 15, он первый русский в Калифорнии, она первая невеста края. Их обручают, несмотря на разную веру. Теперь их история любви – роспись в межконфессиональном храме Сан-Франциско. Концепция ждет разрешения Папы Римского на брак с православным. Рязанов везет продовольствие на Аляску и спешит в Петербург, дабы, покончив с делами, вернуться к невесте. Но встретиться им больше не суждено, а Сан-Франциско считается самым романтическим городом Америки. Николай Рязанов умер в том же 1806 году, еще по дороге в Санкт-Петербург, на постоялом дворе в Красноярске. Концепция осталась верна своему суженому, ушла в монастырь, она умерла в 1857 году и похоронена здесь, неподалеку от Сан-Франциско, на кладбище ордена доминиканцев. В память о полувековой верности русскому жениху у ее могилы эти флаги. Российский государственный, флаг штата Калифорния, Андреевский, российский морской, и флаг российско-американской компании, управляющим которой был действительный статский советник Рязанов.
Местные краеведы недавно ездили в Красноярск, привезли землю с могилы Рязанова, подсыпали в могилу концепций. Сметливый колонизатор Рязанов успел спланировать захват незанятых земель к северу от Сан-Франциско и даже составил доклад. Но Петербургу не до того. Баранов, начальник Аляски, снаряжает экспедицию самостоятельно. На Калифорнийском побережье основывают форт Росс. Название форта Росс. Это как сейчас россиянин. Был знаменитый военный марш 18 века. Гром победы, раздавайся, веселиться, храбрый Росс. Такие остроги храбрые Россы 200 лет назад ставили и на Чукотке, и на Дальнем Востоке, и на Охотском море, и на Аляске. Форт Росс, может, единственный сохранившийся. Ну, конечно, несколько подновленный американцами. Это и их история. Все-таки одно из старейших сооружений Калифорнии. На стенах стояли 12 пушек. Чужим кораблям вход в бухту заказан. Для промысла каланов с собою с севера привезли охотников-алеутов, но те в сосновых избах жить не хотят, ставят свои чумы. Форт Росс – военно-административное поселение. Он русский центр в Калифорнии, прикрывает земли, занимаемые в глубине континента. Из инвентаря российско-американской компании. В Калифорнии обещают не только прокормить колонии, но Камчатку и Охотск снабдить. Russian River – русская река. Она течет в 20 верстах от форта Росс. Русские поселенцы-первоцелинники называли ее «славянкой». Здесь они основывают свои ранчо. А как еще можно назвать калифорнийские сельхозугодья? Здесь круглогодичное пастбищное содержание скота. Здесь пшеница успевает в году вырасти 2 урожая. Ее сеют в мае и вот сейчас, в декабре. Отсюда поставляют продовольствие на Аляску. Это речная долина – главная житница Русской Америки. Руководство российско-американской компании рьяно ратует за расширение калифорнийских владений. Рылеев будет даже предлагать в скудно и малоземельных русских губерниях выкупать крепостных и заселять ими Калифорнию. Но и тогда бизнес не должен был вмешиваться в политику. Александр I в ответ на предложение российско-американской компании. Строжайший выговор. Не выходить из границ купеческого сословия. Россия всегда будет слишком занята Европой, чтобы доходили руки до Америки. Ведь и свою группу захвата Калифорнии Баранов отправлял с Аляски в 1812 году. Смотрите в следующей серии. Российская империя. Александр I. Окончание. Первая из всего двух отечественных войн. День Бородина, сдача Москвы, первые партизаны, переправа через Березину. Пир победителей в Париже, устрицы и шампанское. Последний русский верстовой столб времен оккупации Франции. Александр, глава Священного Союза, в России царство польское и военные поселения Ракчеева. Начало Кавказской войны, самой долгой в истории империи, село Ярак, родина Газовата. Ампир, имперский стиль в творениях России и в антикварных комиссионках. Всю жизнь провел в дороге и умер в Таганроге. Тайна смерти Александра или второй жизни старцем Федором Кузьмичем. Российская империя на НТВ завтра в 19:55.